Как-то так. Мужик с работы пришел. Борща хочет. Грибной супчик. Мужик хочет борща. Идет. Женщина говорит, обязательно должен быть борщ в семье. Будзяковский. Будзяковский. Мужик должен работать на заводе. Копать огород. А жена должна приходить с работы с 12-часовой и варить борщ. Так все живут, нормальные люди. А мы с тобой ненормальные. Будем жить как нормальные. Завтра. Ешь хлеб. Мясо. Мясо нельзя. Жены выкидают. Бог меня накажет. Почему не борщ? Почему у нас доширак? А женщины говорят, доширак для желудка вреден. А борщ из жирных корешков на масле подсолнечном, обжарка для желудка. Для желудка. О! Раз в сутки супчик должен быть в желудке. Нет, это женщина говорят. Ну и детки тоже так же. Вкусно? Офигенно. Супер завтрак. Завтрак. Ужин. А почему ты хлеба не пекла? Завтра. Завтра? Блин, мне кажется, у меня рак желудка уже подползает даже к желудку. Кряк желудка. Вот так, рак желудка уже. Кряк желудка. Не ползет у меня здесь рак желудок? Кряк. Рак кряк. Кряк. Все, я пошел в раковую, да нет, не желудка.